Рассадка строго с соблюдением социальной дистанции. Для всех присутствующих обязательны маска и перчатки. Очередное заседание Совета депутатов Одинцовского округа прошло с соблюдением всех установленных правил. В повестке 13 вопросов, в том числе внесение изменений и дополнений в устав муниципалитета, а также в положение о территориальном общественном самоуправлении. Кроме того, народные избранники приняли проект решения о создании рабочей группы Совета депутатов по разработке документов территориального планирования округа. Еще один важный вопрос повестки – утверждение положения о создании условий для развития малого и среднего бизнеса. Данные условия реализуются посредством реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа. Принятие Советом депутатов Одинцовского городского округа решения об утверждении данного положения не требует дополнительных финансовых затрат из бюджета Одинцовского городского округа и не требует признания утраченного силу иных муниципальных нормативных правовых актов. Проект решения об утверждении положения о создании условий для развития малого и среднего бизнеса в Одинцовском округе был принят единогласно. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».